услышанный. Итак, Фомин, подача. Хребков. Неточный удар. Не попал поворот. Прессингуют сейчас игроки олимпийцы своих соперников. И вот Горбунов против Молодцова. Борьба за мяч. Это будет удар от ворот. Нет, догоняет мяч Горбунов. Фомин принимает мяч. Удар, и защитник блокирует. Атака воронежцев продолжается. Мустафин, подача. Вот эти подачи очень опасны. Скажу, что Исенюк и Чуриков могут замкнуть. Свисток прозвучал. Фомин, разбег, удар в угол голкипера. Вейка будет подавать. Анисимов. Пас Садову. Который сейчас обработал Дмитрий этот мяч. Вот Мичуренков. А там Сердюк, хотел сказать, что сильнее Аюпова в воздухе. Смотрим, Мануковский, передача на Шумейко, перебрасывает он мяч. И через голкипера, и через ворота. Мануковский уже довольно долго разыгрывает мяч на чужой половине поля. Хайманов снова в подкате играет. Маляров не сумел пас прервать. Мяч уже все ближе и ближе. Штрафной олимпийца Мануковский. Пас на Сердюка. Сердюк бьет выше ворот. Кайманов. Молодцов. Передача на Садова. Хорошую передачу на Ушакова делает Садов. Подача. Удар. Гол. 1-0. Это Мичуренков. Счет. Две желтых карточки получили футболисты «Факела» в первом тайме. Семен Мустафин и Сергей Шумейко стали, наверное, не слишком счастливыми обладателями. Шумейко как раз сейчас с мячом борется с Ломбардским. Так съездил по ногам. А вот за это будет вторая желтая карточка у Шумейко, и олимпиец практически весь второй тайм проведет в большинстве. Удаление у нас на 49-й минуте. Факел по-прежнему ведет 1-0. Кайманов делает заброс в штрафную площадь. И Ушаков удар издали не точно. Возможно, именно в эту зону сейчас и стоит давить олимпийцу, поскольку здесь своим защитникам помогает Мичуренко. Передача на Горбунова и велико! Таймер на 4-й минуте открыл счет. Игра могла бы пойти совершенно по другому сценарию. А теперь исполнители стандартов. Подача, и Игорь Хайманов этот мяч выбивает. Крепков сбрасывает мяч, Сорочкин! Да что ж такое? Юпа. И перевод мяча на правый фланг, который ниже. Подача, Горбунов! Гол! Тимур идет вперед. Открывается там Маляров. Тимур бьет сам. Попадает в спину Осипенко. Снова Юпов. Подача. И удар по воротам. Вот это сейф сейчас от Артема Федорова. Маляров. Передача на Нежелева. Нежели подача штрафную, Сорочкин там мяч подсекает, Аюпов, перекладина, гол, 2-1, Олимпия впереди! Игорь Беляков, ну наконец-то и он отличился! Это первый гол для Игоря в первенстве! 2-1, 73-я минута, вот так, очень быстро, в течение 3 минут буквально!
Подача, Анисимов. Несутся вперед Садов и Берулидзе. Садов принимает мяч, пас назад, Бануковский. Пенальти здесь не будет, хотя... Ребята, еще раз скажем, Факел сегодня сам себе все испортил. Сорочкин не дойдет, он замечает, доходит и гол! Но! Главный судья этот мяч отменяет. Судя по всему, с нарушением правил действовал Михаил Сорочкин. Вот Николай Писарев интересуется у резервного судья. В чем же суть?